Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Qubot P50, и сейчас я покажу вам, как поменять язык системы данного устройства. Итак, мы открываем приложение «Настройки», после чего переходим в раздел «Система». Далее выбираем язык «Вот», выбираем язык и нажимаем «Добавить язык». Ищем русский, либо любой другой язык, который вам нужен. Выбираем регион, после чего мы должны перетащить наш язык в самый верх. И таким образом мы меняем язык системы. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.